Самым тяжелым испытанием, что пришлось пережить советскому народу, это Великая Отечественная война. Из истории известно очень много, но рассказы живых свидетелей ни с чем не сравнить. Спустя 7 десятилетий участники тех событий рассказывают детям, что такое война. В многопрофильном лицее прошел патриотический урок на тему «Линии фронта прошли через детство», куда была приглашена бывшая узница концлагеря Венжега Эмилия Михайловна, которая рассказала детям о том, что ей пришлось пережить в 40-е годы. Ну, конечно, во время войны много пришлось пережить. Много бомбежек, орудийных выстрелов. Кого били, если заработает, и били, там, как говорится. Ну, все приходилось. И видеть, и слышать, и холод, и все переносили. Нас вот, например, вот таких малолеток посылали картошку копать там или еще чего где-то делать, или окопы копать. Рассказ о своем нелегком детстве Эмилия Михайловна вела с трудом, едва сдерживая слезы. Немало испытаний выпало на долю юной тогда девушки и после окончания войны. Говоря о всех тяготах, через которые пришлось пройти, ветеран сказала в качестве слов наставления детям, что сегодня в стране люди живут мирно и спокойно, и это самое главное. Как подчеркнули организаторы, основная цель встречи заключалась в патриотическом воспитании и молодежи. Мне хочется, знаете, увидеть людей, которые прошли победу. Дети, она сердце, опаленное войной, понимаете? И вот мне хочется, чтобы она рассказала детям, что война – это не только солдаты, танки, самолеты, это безотцовщина, это страх, понимаете, потерять близких, это голод, холод и великая трагедия, когда ты никому не нужен. По словам самих детей, мужеству и стойкости хрупкой женщины, пережившей войну, можно только позавидовать, которой пришлось очень рано повзрослеть не по годам. Никакой рассказ не может передать всю суть той боли и лишений, которые познали участники войны. Я считаю, что это одно из самых сложных времен в России. И то, что она рассказывала, то, что вот это ее сила воли, духа, то, что она смогла поднять своих братьев и сестер, это, конечно, очень сложно. Конечно, это очень трогательно. И это очень ощутимо, тема этих войн. Это очень сложный период. Все те люди, которые прошли через это, которые, ну, жизнь изменилась после этого, и судьбы этих людей, конечно, переменились, и их мировоззрение, и все это поменялось. Конечно, эти рассказы, ну, это все передавалось, да, и, конечно, мы понимаем это, потому что это очень, очень тяжелое время было. Патриотическое воспитание – это одно из приоритетных направлений в системе образования. Тематические занятия, посвященные Великой Отечественной, беседы и встречи с ветеранами войны проводятся регулярно, подчеркнуло руководство образовательного учреждения. Бика Сулейманова, Тагип Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».